Блесна Ладога выпускалась в мастерских Ленинградского общества охотников и рыболовов, позднее преобразованных в завод Балтика. Необычная форма блесны, как бы обрубленная в носовой части, придает приманке уникальную игру. Блесна способна буквально танцевать на месте, поворачиваясь сбоку на бок с очень малым периодом. Ладога способна играть с высокой частотой даже на малых скоростях проводки. При этом блесна довольно тяжелая относительно своих размеров. Ее масса составляет 19 грамм при длине 55 мм. Эти качества позволяют обловить придонные слои воды. Блесна особо ценится среди любителей ловли трофейного окуня, которому нравятся не слишком высокочастотные, интенсивные колебания с малой амплитудой отклонений в стороны. Известно, что эту блесну применяли для ловли крупного окуня на Ладожском озере. Видимо, от названия озера произошло и название блесны. По некоторым данным, эта блесна появилась еще до советского периода. Среди зарубежных моделей похожей формы обладала South Bend Spoon Arena, что в переводе означает «ложка арена». Штамп чешуек на теле блесны в точности совпадает со штампом чешуек черноспинки, обзор которой недавно был на канале. В настоящее время аналогичные по форме блесны с тем же названием выпускает компания «Колебалка Питер». Старая советская блесна очень редко встречается в продаже, поэтому ценится не только рыболовами за свои уникальные качества и уловистость, но и коллекционерами.